Боже, ребят, давайте, подойдите меня на все три стака. Кажется, сейчас парень может умереть, но ушел. О, попал, надо же. Как в варике. Ушел, да? А, ты достойно служишь своему владыке. Молодец. Вот опять, ты что ты будешь делать? Да, опять не туда. Все не так у меня. Вот, два стака, хоть хорошо. Так, это нас. АТА-13, поехали, что-то мощненькое, видимо. Так, у меня тут могут эти ребята принять, так что дабл не тратим. Принесли, что Альянс взял в плен наших бойцов. Ваша задача — освободить их. О, смотрите, артайс-то дает стак, вот ничего себе, я не ожидал. Ушел, да? А мне с дефолтом больше он нравится. Я не знаю, вот все скины какие бы ни были, вот именно дефолтный для меня у него самый крутой. Это, по-моему, единственный герой, которым дефолт, но прям нравится очень сильно. Три стака осталось. Ой, хороший глич моб. Ой-о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 й. Ну что же вы, ребята, не подходите, так как мне надо. Почти стак получил свой красивый. Я думал, дожмем их до стенки, а не дожали. Это хорошо, это получилось. Так, ну все, уже есть замедло, но я так и не настакал пока. Так, промахнулись мы здесь кушечкой. Есть, настакал, отлично. Все, отходим. Мы теряем лагерь. Отбейте его у прислужников Альянса. Они будут Аурелька сдохла. Ты тоже. Очень качественный глич-моб. Блин. Вот это тут что устроили, а? Там тут продержаться-то чуть-чуть. Ну давайте отступим. 4 секунды. Чуть-чуть сделаем здесь.
Блин, кушку потратил, черт. Хорошо поймал, хорошо поймал. Не ушел. Так, слабенькие ребят против вас. Да нет, просто мы хорошо все делаем. Ой-ой-ой. Вот и все. Просто говорю, делаем очень все хорошо. Я к тому же на лайке сейчас что-то сконцентрированненько так. Аккуратненько играю. Атакуйте вместе с очевиден. 22 стак у нас на 7 минуте. Вообще хорошо идем. Сыграем через контур-удар надежник, чтобы... Не пошел, да? Блин, а я подумал, пойдет. Ой, хорош. Оп, у меня еще здесь это есть, да? Пока стакаем на них, все нормально. Цирк попали, да? Все, уходим. 27 стаков, все нормально вообще, прошлись мы здесь. Так, 28 стаков. Ну так ему вот его. Мы пережидаем все, не даем ему сделать. Потому что мы переигрываем. Тебе говорю, они, у них мувы фиговые, потому что мы не даем ему ничего сделать. То есть мы не делаем ошибок, а у них такая ситуация, что им надо от ошибок отыгрывать. И за счет Ханзо, да, у них этот паук. Кася, они на пауке хочет играть, то у нас тоже паук очень хороший. Вот, и мы выигрываем за счет того, то, что у нас паук, он контрольный. В плане того, то, что я Ешкой замедляю. Гул'дан может спокойно делать все, что хочет. То есть Гул'дан порчу кидает, попадает ей, я Ешкой замедляю. Трал еще может Волкан застопорить. Я тебе говорю, у нас просто паук сильнее. Вот и все. Плюс еще слип молганец, тоже вещь. Так, ну мы сейчас вот очень много можем здесь потерять за это дело. Надавит? Не, нет, не надавит. Здесь тоже убиваем. Но мы не в кору точно пойдем. Так, есть все. Мы не закончим. Мы закончить сейчас, к сожалению, не сможем. Да они сейчас нас по XP, кстати, догонят. Так, Гул'дан деф пошел, все правильно. И пытаемся драться. Моши нет, нам не страшно. Главное, чтобы нас сейчас не обошли, будут обходить, будет плохо. Жека, подскажи, кого взять, Хроми или Ханзо? Я бы Ханзо выбрал, потому что мне на нем проще играть. Ой-ой-ой. Моралька, живи. Отлично. Родни Гул'дан, живи. Никто не вспомнит твое. Какая
Угу, тут тоже убили. Думаю, блин, нет, нас может Гул'дан может MVP отобрать. Наверное, отберет. Спасибо. 32 стак, я думаю, очень хорошо идем. Блин, сволочь, ушел. Ну ладно, фиг с ним. ГГшечка. А, нет, может и нам дадут MVP. Посмотрим сейчас. Скорее всего, Гул'дану, да, Гул'дан во всех убийствах поучаствовал, Гул'дану отдадут. XP больше нафармил. Да. Эх, несмотря на то, что контроль-то наш зарешал и сало, да. Голод Малганец единственный, кто умер. Должи моралька. Как всегда, нам никогда лайка не дают, не любит мой ник. Ну, Лараки легко. На Лараке здесь тяжело проиграть в этой карте. Так, это как под Нематой включили щиты. Близзард такой Близзард. А Немота трейд не вырубает. По крайней мере, вот у него. Он же пассивный. Вот, а Сало пассивки не сбивает. Здесь такого нет. Биштек за ETC со 150% электричества сделал. Вот, ребят, это, видите, такой момент, это когда минимум участия в чате, да, то есть больше концентрации на игре, больше скилла.